пустой, как есть пустой. Ох, вот такая щучище сорвалась. Ушла, чуть было лодку не перерула. Ох, нахлебался бы я воды. Надо было тебе на рыбалку ехать. А что такое? Ну, лучше бы ты на актив пошел. Без меня не обошлись разве? Не обошлись. Дураком тебя при всем народе обозвали. Дождался? Как так? Я вот так, очень просто. А кто обозвал? Кто? Да не знаю я. Мне бы по телефону позвонили, поздравили. Да кто обозвал? Что ж не спросил? В докладе или в премии? Да не знаю, я не знаю. Сам выясняй теперь. Если в премии, то это еще куда не шло. А вот если в основном докладе... Да. Кто это? Это ты, Лапкин? Это я, тетя Рютин. Слушай, Лапкин, ты вчера на активе не был? Не был? Да, говорят, меня в докладе дураком обозвали. Ничего такого не слышал? Жаль, я думал, ты подтвердишь. Ну, ладно. Да нет, я на рыбалке был. Пустой. Ну, бывай здоров, привет семье. Звони, если что узнаешь. Не ровен час от нашей ледухи жених откажется, как узнает, что ты дурака схватил. Жених не откажется. Мы за невестой приданое даем, жилплощадь обеспечиваем, прописку организуем. Вот в газете опубликовать могут. Выяснить бы только, от кого исходит. Да? Кто это? Вечер добрый, Кондрат Савельевич. Слушай внимательно. А тебе кто звонил? Лапкин? Ась? Да в том-то и дело, понятия не имею. Хотел выяснить, уточнить. А то как же так? Завтра мне инструктивное совещание проводить. А как себя вести в данном положении? Меня все за умного считали, а я дураком явлюсь. Может, Галкину звякнешь? Он должен знать, ему по должности положено. Будь другом. Ты звони, если что узнаешь. Привет семье. Удивительно, как это у человека вообще язык повернулся, дураком тебя окрестить. За что? Образование у тебя есть, стаж есть, заслуги были, должность заметная, все городские пенсионеры под тобой ходят. А грехи у меня есть, сам знаю, есть. Но в общем целом, умный я человек или нет? Объективно, если со стороны. Ну, взять хотя бы мое нововведение, цветные резолюции. Ну, скажи, дурак до этого додумается или нет? Каким карандашом распишусь, такой ход дела. Красным распишусь, получает касс. Желтым воздержаться. Зеленым согласен. Даю зеленую улицу бессловесно. Да? Кто это? Тарас Иванович, слушай тебя внимательно. И до тебя дошло? А ты откуда узнал? Скажи, пожалуйста, весь город узнает. А какие меры можно принимать? Вот и я думаю, как бы уточнить, чтобы уже, так сказать, ориентироваться. Попробуешь? Очередь я прошу. Ну, в том-то и дело, надо меры принимать. Ну, звони, привет семье. Может, тебе завтра с утра пораньше в поликлинику сходить? Зачем? Ну, за какой-нибудь справкой. Тут справкой не отделаешься. Тут без письма в редакцию не обойтись, вот что я тебе скажу. Надо коллективное письмо организовать. От группы товарищей опровержение. Так, мол, и так. Знаем товарища тетя Рютина и все Петровичи по совместной работе, ну, и так далее. Да? Лапкин, слушайте внимательно. Никто не обзывал? Ни в докладе, ни в прениях? Ясно? Стенограмма перед тобой? Давай текстуально. Когда же, наконец, товарищ тетя Рютина, так, наш известный рыбак... Позвольте. Рыбак наведет порядок у себя в городском совете, где у него посетители месяцами маринуются, как сельди в бочке. Ясно? Ясно, Лапкин? Теперь совершенно ясно. Известный рыбак. Ой, это совсем другое дело. Это соответствует действительности. Правильно. Ну, спасибо за информацию, за оперативность. С меня причитается. Привет семье. Ну что,
Слыхала? Рыбак, а не дурак. Фух! А то-то... Запишите условия задачи. В одном совхозе было засеяно кукурузой 110 гектаров. Когда кукуруза созрела, ее скосили и стали возить зеленую массу для закладки в силосные ямы. Первая машина с красным флажком привезла 2,5 тонны. Вторая... Без флажка? Да, без флажка. Вторая машина привезла уже 1,5 тонны. Третья 0,5 тонны и так далее. Директор совхоза приказал определять урожайность по первой машине. По машине с флажком? Да, по машине с флажком. И торжественно рапортовал району, что совхоз со своих 110 гектаров получил урожай кукурузы 507 центнеров зеленой массы с гектара. Нужно определить, какой урожай был по рапорту и какой был фактически. Если зимой в силосных ямах зеленой массы оказалось втрое меньше объявленного и запланированного количества. Решай. Иванова, что у тебя получилось? 2 года. Что 2 года? Директору совхоза за очко втирательства. Правильно. Все без слов понятно массам. Будет свекла, будем с мясом. Михаил Васильевич неожиданно для всех нас скончался. Если бы эта женщина знала, какими были последние минуты жизни отца ее детей. Ну, я готов. А ты? Сейчас, сейчас. Укладывайся пока. Меня украсть как следует. Точно. Как руки ты держишь? Глаза закрой. Пойдет. Спокойно. Эх, какое дело-то я для тебя сделал. А что, поминки за тобой? Смотри. За мной не пропадет. Давай снимай. Но не коси ты глазом. Закрой глаза. Снимаю. Вот при каких обстоятельствах погиб наш дорогой, многоуважаемый друг, ваш бывший муж и кормилец. Подобным образом пытались избавиться от алиментов и от своих детей живые покойники. Михаил Васильевич Зайцев из села Рудинка Рязанской области, Николай Афанасьевич Кравченко из поселка Рассыпное, шофер Падуков Михаил Андреевич.